сейчас, и мы строим лучшие дороги у нас в стране. В этом году нашему вузу лучшие дороги, здорово! Вы что вышли? Мы с претензией. Вот это асфальт от Москвы до Питера. Ты что, вырвал кусок асфальта и на сцену вытащил? Нет, вот это весь асфальт от Москвы до Питера. Тебя что, смущает, что его мало? Нет. Меня смущает, что это пенопласт. Пацаны, я говорил, давайте вместо них лучше какую-нибудь девушку в команду возьмем. Я вас умоляю, вы мужики, дорожники, зачем вам вообще баба в команде? Не, ну как бы, понял, а тыры-пыры, как бы, да? Ладно, баба, зачем вам дебил в команде? Тоже мне дорожник, а у вас самих лопата старая. Ты думаешь, это просто лопата? А ну идите все сюда. О! И чё? Ну погляди, какая ровная! А? Да, вообще возможности не работают. Всё, без паники, ребята, давайте, кайфуем как умеем. Сборная Мати здесь и сейчас. Начинаем. А мы команда, ништяк, ништяк, ништяк. Запомнит каждый пацан, пацан и девушки, и девушки. Мы любим вас, как бочка. ТА, конечно, сейчас будем выступать мы смешно. Смешно? Ну да, конечно. Ну что, дорожечки, давайте пройдемся катком по бездорожью юмора. Так начнем. Семья, в которой отец и сын – лучшие друзья. Сын, я расстался с матерью. Красавчик, мне звони первый. Работница ЖЭКа забыла, как хамить. А, здравствуйте, мои документы. Да вы что, охренели, что ли? О, вспомнила. Вы что, охренели, что ли? У меня обед. Неужели не видно? Обычный случай в семье. А, знакомьтесь, это Людмила, и она будет жить с нами. Мама, не плачь, папа пьяненький, папа протрезвеет, одумается, мама. А наша команда заметила, что все парни, когда говорят о чем-то пошлом, превращаются в бомжей. Джентльмены, помните Светлану? Да, я же ее вчера в гости позвал. Парень на секундочку поверил в чудо. Дорогой, я беременна. А в наше время могла произойти и такая ситуация. Здравствуйте, вы верите в Бога? Нет. Не, ну если в церкви не веришь, а куда уже, я не знаю. В древние времена звуками колоколов оповещали о важных событиях. Но местные жители могли в них и запутаться. О, обед! А, на нас напали, дзынь-дзынь же был, нет, дзынь-дзынь-дзынь, надо запомнить, господи, как... Все знают о таком конкурсе, как «Учитель года», но бывают и такие претенденты. Пацаны, пацаны, зацени сальто! Ну, а здравствуйте, я Наталья Юрьевна, я ваш новый учитель. Надеюсь, мы подружимся. Да-да-да-да-да. Новый учитель, а то что, старая еще здесь? Тебя не смущает? Извините. Такую сальтуху заборола. Садитесь. Встаньте срочно, течь, родители вчера не пришли на родительское собрание. Быстро. Послушайте, как-то неудобно. Я одна, да, видимо, не пришла. Ладно, давайте по списку. Петров. Кстати, Петров, ты чё, куришь? Извини, братан, что-то с интонацией. Ты чё куришь? У меня просто сиги кончились, я не могу. Кис яблочный. Кис яблочный? Петров, ты же мужик. Что ж ты как Обломов, «Война и мир»? В смысле? Обожаю пятый класс. Можно чем угодно козырять.
году КВН исполняется 55 лет. И КВНщики так отмечали это событие, что сожгли дачу. То есть документы и деньги он оставил, а стул вынес. Ну, я просто всегда в нашей команде стулья выношу. Чисто машинально получилось. Вот приедут пожарные, что мы им скажем? Ну, пацанами самбуку разливали, и что там, пошло не так? Смотрите, как работа от ответственности ушел, а? Пацаны, пацаны, я все купил, твою мать! Статанчики! Дорогие друзья, знаете, произошла ситуация. Буквально вчера гуляем по Таллину. Смотрим, стоит ваш замечательный вице-мэр Михаил Кюрт, ковыряется в капоте своего автомобиля. Говорит, пацаны, вы же у меня автодорожники, давай, помогите мне. Мы говорим, Михаил, понимаете, такая ситуация, мы хоть и в МАТИ учимся, но у вас вот ребята экономисты, я юрист, парни-логисты, так что мы в машинах особо-то и не шарим. Он говорит, да что вы мне теперь машину-то толкать не поможете?